Всем привет, дорогие друзья! С вами Евген Бро, и мы продолжаем выживать на острове. Кстати, позади меня, смотрите, житель возводит второй домик. Фига он фигарит, смотрите. Он тут вообще копает, и над ним наблюдает вот этот. Что он там пишет? Духи посылают нам дождь. Смотрите, как работает вообще. Я толком не знаю, друзья, но может быть он мне строит даже дом. Я не знаю, мы проверим. Кстати, как там наша, короче, шахтерша поживает? Я же что-то заговорился. Привет, Аннушка. Вы, кстати, друзья, очень многие написали, что, в общем, типа, встречайся с Анной, она красивая. Ну да, реально, друзья, смотрите, Анна у нас такая красивенькая. Кстати, а ты что, закончила работу? Давай, горное дело, работай. Все, она дальше продолжает работать. Кстати, а что ты надобывала, покажи. Так, блоки надобывала, уголь, лазурит, вон, смотрите, сразу добывает дальше. Еще блоки, железо, золото и алмаз. Короче, я считаю, ее надо будет отблагодарить, друзья. Нифига там вообще строитель у нас строит. Кстати, а сколько процентов уже? 95, почти построил. Нифига, ну-ка, сейчас посмотрю. Ну-ка, тихо, дайте, расступитесь. Да, короче, друзья, лайк. А то что-то я забыл вас попросить. Да, друзья, я стараюсь. Каждый день выкладываю для вас серии. И вы все просили, типа, остров выложи. Плюс еще немного болею. Но вот чуть-чуть и выздоровлю. То есть, если вы поставите лайк, то я 100% выздоровлю. Да, давайте. Раз, два, три. Все, кто поставили лайк, те молодцы. Еще лайк за девчонку. И напишите, встречаться с Анной или нет. Да, напишите, друзья, в комментариях. Если вы хотите, чтобы я встречался с Анной, ну, вроде как большинство всех хотят, чтобы я с Анной встречался, я попробую с ней встречаться. То есть мы наладим отношения и вообще сделаем все супер. Так, ну а пока что... Обалдеть, он там фигарит. А что он такое строит? Я даже не знаю, друзья, ладно, потом посмотрим. Так, пока что мне, короче, надо это, на переплавку все это отправить. Да, у нас очень, у нас розовое железо есть. Потом, короче, здесь есть еще одна печка, давайте сюда закинем. Так, сюда закидываем железо, ой, золото, золото, золото. О, нифига, торгаш пришел. Так, давайте торгашу мы что-нибудь продадим. Жалко ему нельзя, ой, а что, а почему? Почему он не хочет со мной торговать? А, во, все, хочет. О, кстати, жареную баранину очень дорого он может купить. Так, давайте ему продадим камень. Оп, оп, все, продали ему весь камень. Мы можем ему продать хлеб. Баранину, капец, он дорого покупает. Кирку очень дорого. Но кирка мне и самому нужна. О, розовое золото мы получили. А здесь два золотых слитка. Так, на переплавку еще железо. Так, давайте быстрее это все отнесем в нашу нычку, да, в нашу нычку, чтобы никто не разграбил нас. Теперь у нас, смотрите, сколько, 32 слитка. У нас есть 7 монет, это очень много, друзья. У нас вообще, слушайте, очень много ресурсов получается. Смотрите, сколько реально ресурсов. У нас очень много монет, у нас есть золото, у нас еще вот такое розовое золото. О, кстати, скоро все, уже вечереет. Так, что, все спать, что ли, пошли? Так, все, быстренько забираем Анну, чтоб на нее никто не напал. Анна, 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 Анна. Все, работа закончена. Следуй за мной, быстрее, 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 быстрее. Ой, все, ночь наступает. Давай, Анна, быстрее беги, а то сейчас монстры будут нападать. Давай, 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 давай. Анна, заходи, 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 быстрее. Все, стой тут, дверь она закрыла, молодец. Давайте мы ее наградим. Как вы считаете, друзья? Сделать Анне подарок или нет? Да, если вы, короче, хотите, чтобы я реально сделал подарок, то напишите, сделай Анне подарок. Кстати, сколько там здания построено? 98%. То есть утром реально все будет построено. Ой-ой-ой, нет. А мы нечаянно спать легли. Сначала Анне сделаем подарок. Ого, у них тут уже ресурсов. Смотрите, все, что я им напродавал, они все сложили сюда. Конечно, мы могли бы считерить, украсть и продать заново, но мы так делать не будем. Я думаю, они меня спалят и как минимум обидятся. Короче, давайте ложимся спать, утром Анне сделаем подарок. Да, ну-ка, посторонитесь, я спать хочу. Все, друзья, спокойной
ночи. Все, наступило утро. Анна, пойдем. Ладно, пусть Анна пока стоит здесь. Мы сейчас сделаем ей подарок в виде золотого слитка. Да, золото ей продадим. Ой, продадим, подарим, подарим. У нас всего два золотых слитка, но я считаю, один надо подарить нашей хорошей Аннушке. Плюс мы нехило так с ней задружимся. Смотрите, вот мне сейчас три сердечка, да? И смотрите, я сейчас... Анна, Анна, смотри. Я хочу сделать тебе подарок. Сделать подарок, слиток. И бац, смотрите, у нас сразу 5 сердечек. Она сразу такая, классно. То есть еще чуть-чуть, и она меня реально полюбит, друзья. Она уже и так меня сильно любит. А такой дорогой подарок заставил ее еще больше любить. Это очень клево, друзья. То есть все происходит так, как вы хотели. Вы хотели, чтобы я реально отношения с Анной, короче, мутил. И я думаю, все получится. Так, все, Аннушка у нас копает. Что она там накопала? О, нифига, кстати, сколько много. Так, давайте у нее заберем и продадим. Анна у нас вообще суперская. Кстати, а куда делась девчонка в красной шапке? Может быть, она сбежала? Это очень странно, друзья, потому что я ее на самом деле потерял. Так, давайте вот, все. Мы еще, короче, продали ресурсы. А что он там может нам продать? А, понятно. Так, давайте посмотрим, насколько мы уже... О, смотрите, он здание какое-то уже построил. Смотрите, это полноценный какой-то дом. Кстати, главарь, слышь, я уже как не чужак. Пока что я известное лицо до сих пор. Офигеть, смотрите, он строит как дом. Это очень клево, друзья, потому что он почти закончил. Так, смотрите. А это кто такой? Вы должны достигнуть как минимум репутацию популярный торговец в данном поселении для того, чтобы нанять данного поселенца. Понятно, популярный торговец. Мне надо очень много с ними торговать еще. Смотрите, дорогу проложил, смотрите. Смотрите, дорогу прокладывает. Куда он идет, интересно? Куда он идет? Куда он идет? Ладно, пусть куда хочет, туда идет. Он реально построил дом, смотрите, друзья. Все построено. Что это написано? В настоящее время пусто. Да, то есть мы здесь можем поселиться. Я потом узнаю, как можно купить дом. Это что такое? Смотрите, он что-то продает. Обсидиановый топор, обсидиановую кирку и обсидиан. Интересненько, смотрите, да? Это очень клево. Это очень клево. Мы можем ему продать обсидиан. Ой, а больше я не могу. Или подождите, там другой какой-то торговец, что ли, был? А, вот это что ли? Ну-ка. Да. Мы можем продать обсидиан, и он сможет изготовить вот такие штуки. Понятненько. Ну, это очень клево, друзья. Мы сможем потом обсидиановое оружие приобрести. Смотрите, деревня реально разрастается. То есть их становится реально больше. У меня наконец-то растет пшено. Мы сейчас добудем пшено. Так. И будем больше делать, как сказать-то... Нам нужно ведро, 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 ведро воды, ведро воды. Так, мне нужно ведро. Так, сейчас мы, короче, нальем ведро воды и пойдем вот так вот, оп. И пойдем дальше, там все, блин, я вылезти не могу. Во, все, быстренько бежим. Сколько же надо еще наторговать, чтобы с ними задружиться? Я вообще не знаю, друзья. Так, сейчас мы вот здесь нальем воды, так, где-нибудь вот здесь. Оп, все. И мотыгой сейчас зафигачим. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все, здесь, короче, сейчас мы засеем все пшеницей, чтобы больше было у нас хлеба. Потому что за хлеб, если мы будем продавать хлеб, то у нас будет все намного быстрее идти. Да, намного быстрее. Кстати, это что такое выросло? Это вырос рис. Отлично. А, это кукуруза, кукуруза, смотрите, кукуруза. Я не знаю, правда, куда ее можно будет применить. Но я думаю, мы куда-нибудь применим, короче, друзья. Так, ну а пока что нам бы каких-нибудь еще жителей. Как бы с ними быстрее задружиться? Мы можем сделать им кирки. Кирки очень дорого стоят. Давайте, наверное, сделаем 3 кирки и попробуем продать, да. Потому что у нас железа очень много.
И нам пока что девать ее некуда. Ну, мы, конечно, могли сделать себе броню. Ну ладно, давайте сделаем кирки. Я думаю, так будет лучше. И мы быстрее задружимся. Так, едим хлеб. Едим мясо. У меня, кстати, реально заканчиваются, друзья. Так. Все, сейчас я, короче, буду делать им кирки. Так, давайте сделаем 3 кирки. Да, 3 кирки. Я думаю, мы не обнищаем. Вот, все, смотрите. Так. Все, смотрите, у меня очень много кирок. Так, короче, торговец. На, раз кирку, 2 кирку, 3 кирку и еще 1 кирку. Блин, я нечаянно свою кирку продал. Вот, блин. Ладно, сейчас заново сделаю. О, все, сделал обратно кирку. Так, ну что мы там... Где этот главарь, короче? А где, кстати, главарь? Куда он ушел? А, вон он ходит. Ну что, я уже крутой стал? Пока что все-таки известное лицо все еще. Блин, что он там делает? Они что-то новое хотят строить? Ну-ка, там какой-то проект, что ли? Да, смотрите. Новая постройка. 16 метров на восток. Ресурсов у них всех хватает. 16 на восток. Че, а где 16? Где восток-то? Так, это юг. Это запад. А, вот восток. Смотрите. Он прям тут будет сейчас дом строить. Где-то тут копает. Куда он идет? Так, проверяет строительство. Куда он идет? Я что-то не... А-а-а. Или где он? Так, ну идем. И где он копает-то? Да я слышу, где-то тут он копает, но я не вижу. А, вон он, на самой верхотуре, что ли? Да, смотрите, он забрался вот сюда, на самый верх. И здесь сейчас будет строить дом. Еще один дом строит. Обалдеть они, строители, конечно. То есть деревня растет феноменальными темпами. То есть этот дом он построил. Все еще пустой, да? Да, временно пусто. В настоящее время пусто. Обалдеть. Что он говорит? Говоря о Евген Бро, не находите, что он был странным и устал. Какой-то он странный, да? Этот что тут разговаривает? Они, смотрите, красные, он, видите, они о чем-то все базарят, базарят. А ты видел их постройки? Да, очень странные. Они о чем-то разговаривают. Мы уже, короче, выучили их язык и более-менее их понимаем. О, у меня пшено созрело. Так, забираем пшено. У меня есть еще, короче, 3 саженца. Мы это все сажаем. Так, это почти созрело. Фига он там фигарит. Смотрите, дом на самой высоте. Это очень клево. Так, что там наша, короче, девушка? Девушка, девушка, девушка. А, ты... а она работает. О, она изумрудик добыла. И железо. Так, забираем все это дело. Это очень клево. Так, давай дальше добывай. Так, ну что, давайте еще продаем. Слышь? На тебе еще ресурсов. Мы капец ему продали почти все. Так, это на переплавку. Так, все, мы сейчас, короче, пойдем на самый верх. Главное, чтобы нас никто не обворовал, друзья, реально. Мы, кстати, по-моему, мы еще можем дерево добывать. Да, так, железо я сюда положу. Кстати, нет, я сейчас возьму 2 этих, топорик сделаем. Изумрудик тоже сюда. Лазурит тоже. Смотрите, у нас сколько уже ресурсов, обалдеть. Так, ну что, пойдемте быстро вырубать деревья и тоже впаривать этому чуваку. Нам надо очень быстро нарубить репутацию. Я уже хочу, чтобы я был правителем этой деревни. Так, как же... Блин, уже вечереет. Так, срубаем вот эти деревья все и впариваем нашему торгашу. Так, все, рубим. Так. Опа, минус дерево. Сколько у нас тут? 17 тропического дерева. Отлично. Еще одно срубаем. Мне что прикалывают, тут деревья очень быстро рубятся. Мы сейчас реально именно впариваем деревьев. И вообще так, еще деревья. Еще сейчас навпариваем. Вот так вот, еще деревья. Отлично, отлично. Мы сейчас вообще очень быстро древесины нарубим. И все, мы должны вместе с командой, вместе с нашей Анной работать в команде. Так, о, вообще, смотрите, ресурсов вообще тьма. Так, зернышки мы добываем. И обратно все. О, у нас 11 деревьев можно посадить. Короче, все, что мы нарубили. Смотрите, сколько здесь этих попадало, зернышек.
Мы сейчас обратно все посадим. Давайте садим обратно. У нас одни пеньки остались. Смотрите, друзья. Садим все обратно и потом снова вырубим. Все, наши деревья пусть растут. Слушайте, это идеальный бизнес. То есть мы очень быстро задружимся с нашими жителями. Так. Смотрите, сколько я насадил деревьев. Еще больше, чем срубил. Так, сколько у меня древесины? Обалдеть, вообще много. Давайте еще срубим. Еще больше, короче. У нас реально одни пеньки. Но мы очень быстро с ними тогда задружимся, реально, друзья. О, ребенок ко мне подошел. Ну, мне надо быстрее, потому что реально с ними задружиться. Вы, друзья, хотите, чтобы я стал правителем этой деревни? Когда я стану правителем, я пойду другую деревню завоевывать, так скажем. Так, и мы возьмем с собой обязательно Анну, потому что... Ой-ой-ой, ночь, быстрее бежим. Нам надо Анну. Анну с собой забрать, блин. Быстрее бежим. Быстрее. Так, быстрее. Анна. Все, заканчиваем работу. Быстрее, сейчас монстры будут, потому что в одной серии Анну чуть не замочили. Так, быстрее. У нас какой там... Так. Анна. Быстрее. Забегай. Отлично. Фу, мы спасли Анну. Так, забираем, что она там надобывала. О, уголь и камень. Вообще шикарно. Все, ложимся спать. Анна, спокойной ночи. И встретимся утром. Фу, все, доброе утро. Все, всем доброе утро. Так, насколько мы... О, смотрите, ваш статус постоянный посетитель. Евген, бро, времена не принесли перемен. Все, мы уже реально крутые становимся. Смотрите, вот тот почти построил. Короче, мы уже стали постоянным этим, жителем этой деревни. То есть, они реально очень нам рады. То есть еще маленько мы станем самые крутые. Так, все, Анна, помогай работать, мы с тобой станем королями этой деревни. Мы реально с Анной должны стать королями этой деревни. То есть я буду король, а она, короче, королева. Да, друзья, по-моему, отличная идея. Что там этот строит? Дом-то. Пошли быстренько посмотрим, что он там построил. Да, друзья, пойдемте реально быстро одним глазком посмотрим. Насколько круто он дом построил. Может быть, мы даже с Анной там жить будем? О, ничего, он тут расчистил территорию-то. А где он копает, что-то не вижу. Я слышу, что он где-то фигарит, но я не вижу где. А, вон он. Смотрите, он... Короче, я не понимаю, где он строит. А, вот он стоит, ёшкин кот. Вот он фигарит. Этот проверяет, короче. Так, все, давайте впариваем, короче, древесину. Кстати, давайте проверим. Он любит доски, либо тропическое дерево. Потому что мы досок можем вообще миллион впарить. Слышь, барыга. А, он только тропическое дерево, смотрите, принимает. Ну, ладно, давайте. Раз, два. Мы, короче, очень много ему впарили тропического дерева. Давайте еще рубанем деревья. Нифига, они так выросли, что ли, быстро? А, не, вот они маленькие растут. Ну ладно, короче. Едим. Ресурсы. Так, у нее растут очень быстро. Давайте... О, что такое тут? А, понятно. Так, давайте вырубаем вот эти деревья. Мне бы, блин, алмазный топор сделать, а то железным топором очень долго рубить. Так. О, тут здесь какао-бобы растут, тогда мы не будем трогать. Так, это тогда фигачим дерево. О, отлично. Так, вот это дерево еще мелкое, а вот это дерево большое. Тогда мы его срубим. И новые деревья посадим. У нас прям реально ферма деревьев. Так, все, давайте быстро садим. Вот так. Чтобы прям вообще деревьев было очень много. Так. Все, что мы вырубили, мы обратно посадили. И потом добудем. Все, отлично. Так, давайте какао-бобы мы, короче, зафигарим вот сюда. Так. И вот так. Все, у нас есть теперь какао-бобы. Нифига жителей уже дофига в этой деревне. Так, сколько у меня дерева? 41. А где торгаш? Ой, здесь этот охотник. Так, торгаш, на тебе еще. Так, давайте посмотрим, насколько мы задружились. Так, что они дом-то построили там?
98%. Так, значит, этот главарь где-то там ходит. Давайте его попробуем найти. Вон он наверху стоит. Все, побежали. Мы сейчас посмотрим, насколько мы стали крутые. То есть мы дерево очень много продали. Прям реально очень много. Как же много с ними надо торговать. О, смотрите, он еще одно здание строит. Слышь, торгаш, постоянный посетитель все еще я. Так, что там еще? Репутация недостаточно, чтобы вас... О, репутация еще недостаточно, чтобы вас признали лидером народа майя. Улучшайте вашу репутацию. Окей, окей, все. Улучшаем репутацию, друзья. Мы станем лидером этого народа. Так, забираем пшено. Так, потом еще вот здесь тоже забираем. Отличненько. Садим еще. Так. Отличненько. Так, так, так. О, о, нормально, нормально. Все у нас более-менее. Так, хлеб, хлеб у нас есть. Давайте сделаем хлебцы. Так. Все. У нас есть 3 батона. Я думаю, голодать мы не будем. Так, давайте посмотрим, сколько у нас Анна насобирала. Да, Анна вообще красава. Эй, что-то она мало насобирала, друзья. Ну ладно, наверное, ей тяжело. Короче, в этой серии мы почти стали лидерами этого народа. Они тут дофига уже построили зданий. Короче, дорогие друзья, ставьте лайки, серии будут продолжаться. Да, мы станем лидером этой деревни и пойдем в какую-нибудь, не знаю, японскую деревню или еще какую-нибудь. Да, деревень-то очень много существует разных. Мы с вами, друзья, вместе с Анной отправимся реально в путешествие. Обязательно сделаем Анне броню какую-нибудь крутую. И все. И будем, короче, вообще, может, даже женимся на ней, да. В общем, дорогие друзья, все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Евген Бро. Всем пока-пока.